тысячи километров новых автомобильных дорог будет проложено за годы семилетки. Большие работы ведутся сейчас на одной из новых магистралей, автостраде Москва-Горький. Строителям нужно подготовить надежное основание и покрытие, способное служить многие годы. Трудно пришлось бы дорожникам, если бы им на выручку не пришла техника, созданная нашей промышленностью. Теперь машинист Силантьев один справляется с укладкой бетонного покрытия. Машинист Худенко управляет бетоноотделочной машиной. И уже не за горами то время, когда новая магистраль войдет в число действующих. Строители обязались сдать ее досрочно, к 43-й годовщине Великого Октября.